Всем привет! Сегодня я покажу один из способов, как быстро почистить селедку. Что мне для этого понадобится? Селедка и острый нож. Первым делом спарываем брюхо. Вот таким образом. Удаляем плавнички. Отрезаем голову. И убираем кишки. С одной стороны. И подчищаем с другой стороны. Отрезаем хвост. Он нам не понадобится. Затем вот такая селедочка чистенькая получается. Можно промыть внутри. Можно промокнуть как следует салфеткой. И надрезаем по хребту. Надрезаем ножом. И вырезаем плавник. Вот так вот легко он удаляется. Вместе с косточками. Затем нам нужно снять шкуру. Аккуратненько снимаем шкурку. И с другой стороны. Далее убираем плавничок, вырезаем его, который находится на брюхе, около хвоста. Вместе с косточками удаляем. И срезаем немного, где находится брюхо. Там находятся маленькие косточки, которые нам не нужны. Таким образом удаляем вот эти вот мелкие косточки вместе с кусочком мяса. И точно так же проделаем с другой стороны. Далее очищаем мясо от костей. Вот таким образом. Большим пальцем отодвигаем мясо от скелета. И точно таким же образом большим пальцем отделяем мясо от скелета с другой стороны. Нам осталось убрать косточки, которые остались в филе. Удаляем с одной части и с другой части. Ну вот и все. Такое чистое филе получилось. Быстро и просто. Надеюсь, этот легкий способ за 5 минут почистить селедку вам пригодится. Всем приятного аппетита, до новых встреч, пока!